проникновение в душу человека, чтобы душа откликнулась, что Слово Божие живо и действенно. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вопрос 132. Должна ли сестра по вере или по плоти проявлять смирение в отношениях с братом? Или это относится только к жене в отношении с мужем? Ответ Игнатия Лапкина. Навык в послушании никогда лишним не будет. Это как по табели о рангах в Японии. Там очень четко. Жена утром обязана поклониться мужу. Сын кланяется только отцу и матери. Но сестра, хотя бы она и была и старше брата, обязана поклониться ему, как будущему защитнику и кормильцу. Девочка должна также иметь на голове свой знак для ангела, то есть платок. В чем слушаться? Молчать ли? На все, как и для врача, нужно конкретный случай, и тогда ответить точно. Неразумные речи и советы, и приказания должно отвергать. Кто бы их тебе ни говорил, будь это даже и муж. И, конечно же, тем более относится это не к мужу, а к брату. Богу нашему слава. Аминь. То есть это оживление этих вопросов.